Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы с вами посетим 122-ю кантонскую выставку. Мы не будем сегодня снимать все подряд, потому что кантонскую выставку за один день не обойти, и невозможно все заснять. Это будет многосерийный выпуск, поэтому мы покажем вам самые интересные, самые новые, самые трендовые какие-то вещи, да. Самый сок этого сезона. Пойдемте с вами, пройдемся. Вот, ребята, еще одна идея для бизнеса. Вот этот станок будет стоить 17 тысяч долларов. Скорее. Скорее, да? Да. Вот начинка. Собственно, можно любую начинку придумать. Это получается тесто, да? И фасолька, да? Сладкая, да, внутри? Сладкая фасоль внутри. Как тебе она по вкусу? А еще в тесте добавлен орех грецкий. Ага. Вкусно очень. Вкусно очень. Очень сладкий, вот с не сладким чаем. Самый раз, да? Еще ты заметил, что аппарат работает только на пол мощности. То есть он заливает вот из двух форм только одну форму. То есть он может, в принципе, в два раза быстрее. Да, он на пол мощности работает. Down foldable water bottles can be used in various ways, as endocrine disruptors are not detected even when foldable water bottles are put into microwave ovens. People can use them safely. Even when foldable water bottles are put into hot water, they maintain their original shapes. They are not damaged even when they are frozen, so people can use them as ice packs. As they can be easily washed, they can be used semi-eternally. They also can be boiled for sterilization. Bitdom foldable water bottles are special with triple lamination structure. Foldable water bottles are highly durable and can endure outside shocks. Adopting side push-up safety caps, bottles are open only when lower ends of both sides of caps are pressed with same power and are highly durable. Bottles can be kept after being easily folded for outdoor activities and can be hung to bags using clips. Bitdom foldable water bottles that can be folded and carried after drinking water. Интересный продукт, вот бутылки получается, туда можно наливать кипящую воду, можно замораживать, можно прям в ней кипятить воду. Минимальный прайс у них 5000 штук, маленькая, 500 миллилитров, это вот такая вот бутылочка, $3, немного побольше бутылочка, 700 миллилитров, 3,3. И большая 863,6. Интересный продукт? Да, интересный. Ребят, смотрите, здесь такой бокс. Здесь ультрафиолетом, я так понимаю, это все дело подсвечивается. И обрабатывают, да, щетки. Цена такого оборудования $23 при заказе от 500 штук. And cooking is very easy. Put the food, set the time. Perfect. If you use the fry pan, you have to control and continue to care about the cooking. But put the food and set the time, you can go supermarket, no problem. Ребят, смотрите, что он делает. Он гвозди забивает. Седьмым айфоном. Она в шоке вообще. Ножницами тыкает.
снимает и показывает экран целый. It's a real fun. Прикольная тема, но палец не скользит по данной защитной пленке. Но защита, конечно, вообще шикарная. Ребят, опять принтеры для ногтей собирают очень много народу. Посмотрите, сколько заинтересованных людей. Каждую выставку. Это принтеры для печати на ногтях. Можно более сложный рисунок выполнить. Примерно вот такое. А также можно фотографию. Вот этот зал, кстати, тоже собирает каждую выставку очень много народа. Музыкальное всякое оборудование. Все в таком силиконовом исполнении. Прикольно вроде выглядит, да, дешево, а звучит так достаточно качественно. Все дело подцеплено в колонке, я так понимаю. Вон колонка играет, и звук такой хороший получается. Вот смотрите, какой интересный товар. Сейчас, кстати, многие делают футболки вот с такими принтами или как, да? Да, с такой аппликацией. Интересненько. Как приятно. Можно вот такое безобразие какое-нибудь нарисовать. Bluetooth-колонка. Смотри, рюкзачок из такой штуки. Вообще прикольно. Кстати, отдел такой интересный у них. Смотрите, тут спиннеры, все такие тренды собраны. Рюкзак вот этот, который... Антикрашка. Антикрашка или как его назвать? Антикраша, короче. Он причем с USB. То есть можно туда зарядник какой-то положить. На пауэрбанк положил, подцепил его через провод сюда вот его. И можно, в принципе, заряжаться. Да-да-да. А почему антикража? Потому что вот эта именно молния, она расположена ближе к спине. Она закрыта. То есть если кто-то будет ковырять ваш замок... На ходу не откроет просто. Не откроет, да. Так, о, смотри, у них предметка, мини-предметка есть, интересно. Можно поставить. Мини-фотостудия, да? Да, мини-фотостудия. Это что такое? Это беспроводные зарядки на три устройства. Раз, два, три. Так, что у них тут еще есть? А вот сейчас она нам даст каталог. Каталог, окей. Thank you. Вообще, как бы, такие отделы мне очень нравятся. Такие товары маленькие. Светящиеся. Как светящийся? Вот, видишь? Вау! Красная голова. О, прикольно. Смотри, если посмотреть сюда, посмотри, там человечек бежит как будто бы. А, это, короче, подсветка светодиодная. Зеркало. Окей, давайте посмотрим, губочки покрасим. Все, вот, коннект произошел, все. Она сама радуется. Вот. Ну все, у тебя, в принципе, заряжается. О, классно. Работает?
Да. Все? Отлично. Все находится постоянно здесь. В принципе, меня это устраивает. В общем, вот эта зарядка стоит $4.97 при покупке 1000 штук. И вот эта штучка 1.18. Вот такие интересные зарядные устройства. На 4, на 6. Есть еще также вот для часов и для телефонов. Ну, такую продукцию разный можно дизайн использовать для кафе, допустим, да? Для кафе, для ресторанов, да. У нас, кстати, спрашивали вот такое оборудование. В принципе, очень удобно, если какая-то кофейня, люди приходят кофе попить, они могут, допустим, поставить телефон, подключить его, ага, пока, кстати, сидят кофе. Он, кстати, подсвечивается вот так вот. Ну, понятно, в общем, показывают, что данное... After finish the charge the light will turn off. Ну, короче, выключается, когда зарядился. Ребят, ну все, на этом первая сессия для нас была закончена. По поиску товаров мы кое-что нашли. Мы показывали что-то, какие-то новинки, какие-то необычные вещи. Да, может быть, что-то вам понравилось, можете обращаться. Контакты по данным товарам у нас есть, каталоги есть, а также список цен. Я наложу на видео. Все, ребят, если вам было это видео полезно, ставьте лайк. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И отметьте наши старания пальчиком вверх. Ага, все, пока.